So I think I stopped my own video in case I have a slow internet connection. So how, is this well visible? Yes. Okay. So then I'll switch to Russian from now on, and you can all have a 2-hour rest, I guess, the English speaking crowd. Yes? Thank you, Michael. Thank you. Ну, здравствуйте. Я думаю, что нам уже пора начинать. Ну, я хотел бы начинать с извинения, потому что я разослал, ну, как сообщение с неправильным время начала встречу. Извиняюсь, конечно, за это. Ну, хотел бы благодарить Snow Leopard Trust за возможность, ну, как сделать эту презентацию. Вы, наверное, знаете, что я уже сделал несколько недель назад такую же презентацию по-английски. Честно говоря, я боюсь немножко это повторить по-русски. Насколько я уже что-то год не посетил мои проекты за рубежом из-за COVID, локдаун, и очень мало, ну, как говорил, по-русски. И английский вариант был 2 часа, и я боюсь, что будет еще длиннее русский. Поэтому думаю, что стоит быстро начинать. Еще хотел бы добавить, что у вас есть возможность задать вопрос в чат. В английский вариант уже начали мои коллеги ответить на вопросы. И потом мы обсуждали еще несколько, ну, как, вопросов в конце моей презентации. Но насколько я не могу читать ваши вопросы, пока я буду говорить, придется, как-то я закончил мой доклад, да, презентацию, что я буду быстро еще смотреть на то, что вы писали в чат, и как-то мы, ну, буду стараться ответить на ваши вопросы таким образом. Но это значит, что, наверное, придется какой-то маленький перерыв, чтобы я успею все прочитать, что вы писали. Ну, давай, начнемся. Ну, хотел бы коротко объяснить, возможно, какой-то опыт. Я буду, ну, как сделать эту презентацию здесь. Я уже много лет работаю для WCS, Общества сохранения диких животных, на Дальнем Востоке России. И там в основном занимаюсь увеличением качества охраны, особенно в охранной территории, и заповедники, и национальные парки, а тоже сотрудничаю с охотнадзором. А сейчас, в данный момент, уже работаю с вартом что-то 7 охранной территории на Дальнем Востоке. Так что у меня есть опыт, ну, как в Центральной Азии, а сейчас какой-то новый проект охраны леса появился в Украине. Я на данный момент нахожусь в Украине. И, наверное, в этом году начинается проект, пилотный проект SMART в Киргизии. Ну, это много, ну, как темы, которые я хотел бы с вами обсуждать сегодня. А в начале, ну, как, какие, о чем я буду говорить, да? Основан как вопрос, да, я буду обсуждать, как можно использовать SMART именно для охраны. Есть другие способы. Можно, ну, как любые типы работы, на самом деле, полевая работа, fieldwork, да, ну, как сохранять и управлять с помощью SMART. Но я буду сосредоточен именно на охране. Я не буду обсуждать технические вопросы, допустим, как работают компьютерные программы. Нет, я буду говорить о том, как руководить процесс внедрения SMART, как управлять проект сам. И тоже, это может быть немножко расстроить, я не буду, ну, как специфически говорить о охране Ирбиса.
в принципе, процесс внедрения смарта не сильно отличается. Это такие же шаги, да, нужно, чтобы начинать использовать смарт для охраны сайгак в пустыне или степе, или для охраны ирбиса в горах. То есть это не специфически. И для кого я надеюсь, что моя презентация будет полезна, да? Ну, это любой, ну, как человек, девушка или мужчина, или парень, ну, как, который начинает заниматься внедрением смарт. Это может быть какой-то сотрудник NGO, да, НКО, негосударственная организация, или, ну, как что-то центральные власти, или сотрудник охраны территории, или какая-то группа разных людей, которые решили и получили какое-то поручение, да, заниматься смарт. Ну, хотел бы с вами начинать обсуждать, какие критерии успеха, как-то можно сказать, что внедрение смарт было успешно. Обычно включается в какой-то проект, ну, такие типы, ну, как цели, да, для внедрения смарт. Ну, вначале как смарт, как система мониторинга работы, полевая работа, ну, в основном патрулировали. И, ну, помощь вот это данные, управлять охраной и достигнуть какое-то, ну, как значительное повышение качества, да. И, ну, благодаря этому достигнут, что, ну, как ограниченные ресурсы эффективно, ну, оптимально начинают использовать. И, конечно, надеяться, что благодаря этому браконьерство и другие угрозы будут под контролем, и что увеличивать популяцию человек, ну, как видов, да, допустим, как и мне кажется, тоже довольно важный цель это использовать вот эту прозрачность, которую дает смарт для привлечения спонсоров. Это, ну, как уже побольше, особенно международные спонсоры начинают требовать, что есть какой-то систем качественного мониторинга, управления, патрулирования в основе, ну, как такая программа, как смарт. Смарт дает какую-то прозрачность, можно спонсорам показать объем работы и результативность, и, ну, это, конечно, помогает убедить спонсоров, что стоит вам помогать финансово. Ну, вот это цели, да, можно, ну, как поставить их таким образом, как здесь, да, что самый низкий уровень, да, это как вы только достигли вот этот первый. А самый, ну, как высокий уровень, самый успешный – это проект, который достигнул не только один, но и два, три, четыре, пять. Значит, хороший мониторинг – это что-то минимальное, ну, как цель, которую надо добиться. Это на самом деле недостаточно, потому что сам иметь данные не помогает качеству. Но, по крайней мере, как-то есть уже данные, можно как-то в будущем их еще анализировать, в будущем начинать адаптивно, качественно начинать управлять работой вашего смарта. Вот этот второй этап, ну, можно это тоже показать с какой-то фигуркой, да, это обзор, что надо собирать данные, надо поставить это данные в компьютерные программы, надо отработать это данные, надо основывать вот этот, ну, как данные, да, писать какой-то доклад, отчет качества и объем работы, результаты. Надо организовать какую-то обратную связь, да, встречи с инспекторами или только с руководителями групп, обсуждать, какие, что было хорошо, что желается сделать лучше,
определенное цель поставить и так дальше, и так дальше. Это какой-то цикл, который просто повторяется и повторяется. Это вот этот пункт 2. И что хочешь добиться с этим, что шаг за шагом увеличивается качество патрулирования. Объем работы, обхват территории, что группа побольше готов ночью работать. Ну, все зависит тоже, конечно, от того, что менеджер хочет добиться. Да? Ну и пункт 4 и 5, чтобы нелегальное использование природных ресурсов становилось под контролем. И что такие цели, как, ну, как увеличивать популяцию ирбиса или других целевых животных, достигнут это, ну, как цели, это не только зависит от смарт, это тоже зависит от, ну, на какие ресурсы есть, какое законодательство, какие, ну, как полномочия есть у сотрудников. И, конечно, тоже уровень угрозы. И тоже потенциал биоразнообразия. Да? Если это низкий уровень, ну, должен быть какой-то потенциал на восстановление. Что ведь, ну, 4 и 5 уже не зависит от, от смарта и качества управления. Не только. Какие, ну, как необходимые условия для, ну, как, чтобы достигнуть вот этот разный уровень успеха, да? Что нужно, чтобы успешно заниматься внедрением смарта? Ну, можно смотреть на это таким образом, да? По крайней мере, должен быть, ну, как какой-то бюджет, чтобы купить нужные оборудования. Для смарта это не очень много. Нужно что-то как два смартфона за каждую группу. Нужно какой-то хороший компьютер. Ну, не очень самый старый компьютер. И нужно какой-то бюджет, по крайней мере, чтобы платить за какой-то сотрудник, который будет заниматься базой данных. Но важнее, наверное, это вот этот навыки сотрудников организации, где будут работать смарт. Да? Половые сотрудники, ну, если это охрана, это инспектора, да, они должны быть достаточно дисциплинированы, они должны как быть готовы каждый патруль собирать данные. Да? Должен быть какой-то, по крайней мере, один, но лучше что-то два, чтобы риск поменьше, если кто-то уволится или заболеет, чтобы оператор базы данных. У них должен быть хорошие компьютерные навыки, у них, ну, как, они должны тоже быть, ну, как, уметь сделать анализ, да, просто мозг должен работать нормально у них. Ну, и они должны быть тоже дисциплинированы. Самое часто бывает какая-то проблема, что недостаточно, ну, как проблемы с руководителями. Они должны быть гибкие, да, они очень часто уже лет 10, может быть, даже 20 работают без смарта, и им очень трудно переходить на систему смарт и начинать управлять именно основой данных, которые собираются с помощью смарта. У них должны быть хорошие аналитические способности. И они должны быть тоже, ну, комбинативны. Они должны уметь управлять, общаться, ну, грамотно общаться с инспекторами, им убедить, что надо, ну, как достигнуть какие-то цели в будущем. И тоже, конечно, важно, что помогает, если все стейкхолдеры, все организации, которые важны, для, допустим, центральной власти, министерства или комитет охраны природы,
что они поддерживают решение внедрения смарт и активно участвуют. Должен быть, ну, как называется по-английски, commitment у них. Если слабый commitment, можно еще работать, если ты можешь напрямую работать с охраной территории, но ситуация так-то уже не совсем не оптимальна. И как-то первый раз занимается внедрение смарт, должен быть какой-то опытный эксперт. По крайней мере, один человек, который делает это не первый раз. И у него должен быть тоже хорошие технические навыки, но тоже, чтобы он умеет, ну, как управлять проект. Да? Он должен быть опытный в этот процесс. До того, что вы начинаете заниматься внедрением смарт, мне кажется, стоит немножко более шире свет какой-то оценить способности, насколько подходит эта организация или охранная территория для внедрения смарт. А почему это надо? Ну, иногда бывает, что можно, что окончательное решение, что там должен работать смарт, еще не принято. Что какой-то, ну, анализ, подходит этот охранной территории, или вот этот охотнадзор, или что-то организация, умеет они работать смартом. Ну, иногда можно потом еще, если ситуация очень неположительна, решать это не попробовать. Но тоже как-то это уже разрешено, уже решили, что там будет, должен работать смарт, должен все-таки помогает какой-то, ну, как анализ потенциал этого организации. Если есть высокий потенциал, так-то можно, ну, как немножко сложный систем отработать. А если там низкий потенциал, так-то надо какой-то систем, который очень-очень простой работы, которые мало требуют от сотрудников. Поэтому, мне кажется, стоит сделать такой анализ. Я предлагаю, что если вы сделаете такой анализ, какой-то гибкий подход, не какой-то формат, который везде будет использован, но сам подумать, просто посидеть, подумать, какие индикаторы важны. Да? И я думаю, что можно все индикаторы сделать в 4 группы. Да? Первый – это, ну, как биоразнообразие. С точки зрения охраны биоразнообразия, стоит там вообще работать. Да? Ну, стоит, как-то есть высокий уровень биоразнообразия, который под угрозой, и стоит это охранять. Или деградирование биоразнообразия, но с хорошим потенциалом восстановления. Ну, тоже, мне кажется, стоит смотреть на такие аспекты, такие индикаторы, которые трудно поменять. Допустим, на законодательство, на полномочия сотрудников, на режим разные часто, да, буферные зоны, заповедные зоны, да, другие зоны. На позиции центральной власти, они как есть коммитмент, да, они будут, как сильно хотят смарт, будут помогать или нет. Ну, это такие индикаторы, которые не можешь поменять. А есть еще другие индикаторы, и, ну, как ситуация там в охранной территории, которые можно, наверное, немножко влиять на них, если там нет какой-то сотрудник, который может работать с базой данных, ну, надо его найти. Вот этот еще возможно до начала проекта кое-что поменять к лучшему. И надо смотреть на ваши ну, как собственные навыки, да, и способности. Или вот эта группа, которая отвечает за внедрение смарта. Допустим, вы будете постоянно работать в охранной территории или только посетить? А если только посетить, сколько километров надо ехать туда? Сколько времени вы можете тратить на внедрение смарта именно в это место?
И фаза в нон, мне кажется, может быть, это главное смотреть на насколько это будет трудно достигнуть хорошей системы SMART. Я имею в виду, что если там какой-то, ну, как менеджер, да, который уже 20 лет работает без SMART, который считает, что охрана очень-очень важна, но они это уже давно сделают по-другому без SMART, тогда это очень трудно поменять их, ну, как стиль управления. Надо это оценить. А как-то наоборот, допустим, новые охранные территории, которые с самого начала начинают работать с SMART, так-то гораздо легче успешно заниматься SMART. Ну и, как я уже сказал, да, надо смотреть на качество инспектора, оператора базы данных и менеджера. И можно так все вместо какой-то фигурка сделать, да, где что-то стоит ли это от биоразнообразия, какие индикаторы невозможно поменять, группировка 2, что в этой охранной территории, может быть, мы еще что-то поменять, там, ну, как там ситуация, и как вы сами, или вот эта группа, которая будет заниматься внедрением SMART, которая будет отработать систему, помогать со SMART, какие способности там. И смотреть, сколько, насколько это там зеленый или красный. Это, в принципе, так, что в охранной территории много красного, так-то в НКО, в организации, которая помогает, должен быть много зеленого, чтобы это компенсировать. Эта картинка вам помогает решать, можно, ну, как какой-то, ну, как немножко сложный систем, где вы будете собирать очень много интересного данных, да, но которые требуют довольно много от сотрудников охраны территории. Можно такой систем ожидать, что это будет хорошо работать. Или нужно, к сожалению, да, очень простой систем, потому что там очень много красного. Мне кажется, ну, лучше это сразу показать, так и будет понятно. Есть определенные, ну, как задачи, да, что нужно, чтобы SMART будет работать. Я предлагаю, что вы будете сделать просто какой-то список. Это такие, ну, как типа работы, связанные с SMART, которые надо повторить каждый год. В начале и через 5 лет это еще нужно. А, допустим, это здесь ситуация, когда, ну, какой-то негосударственный НКО, да, организация помогает в какой-то ОПТ с внедрением SMART. Значит, на вот это 10 типа задач, которые они, ну, ну, сделали какой-то список вместе, да, а есть ситуация, как-то выполняет эту задачу это НКО, или ситуация, где ОПТ отвечает за это, или вместо, совместно. И это должно быть нестабильно. Сначала, конечно, это НКО, пока ОПТ еще не опытный, будет много сделать, но желательно в 2-м году уже поменьше, 3-й год еще меньше. Ну, таким образом можно такая картинка сделать и договориться об этом, что все согласны и все знают, что ожидает друг друга. Очень помогает такая, ну, как картинка. Сейчас я буду что-то как несколько, ну, как предметы вместе обсуждать, какие этапы в процесс внедрения SMART, какие информации нужно, чтобы отработать систему, что-то обсуждать с вами, что можно включить в модель, ну, как базы данных. И какие материалы надо подготовить и как вести разные типы тренинга, чтобы, ну, как подготовить сотрудников. Ну, вот этот. Какие этапы, да, шаги в процесс внедрения SMART, да? Я предлагаю разделить два главные этапы. Вначале
создат систем мониторинг. И все организовать, чтобы это работать. А мониторинг отличается от управления. Кстати, мониторинг – это только сбор данных и поставить это данные без технических проблем в базе данных. И все. А потом, это следующий шаг, следующий этап – это внедрение адаптивного управления в основе данных от SMART. А почему я предлагаю так, ну, как ярко разделить вот этот этап? Да? Потому что, ну, нельзя начинать управлять, пока данные еще не хорошие качества. Да? В основе плохих данных начинать управлять – это плохое управление. Поэтому надо, мне кажется, стоит сначала сосредоточиться на, ну, как отработать внедрение мониторинга. А вот этот первый шаг, да, внедрение мониторинга охраны. Что, ну, о чем это, что там включено, да? Сначала, особенно как-то вы не сотрудник охраны территории, надо, ну, как след какой-то assessment, да, оценить, как там охрана работает. И я предлагаю, чтобы обсуждать ваши планы, да, какой систем вы хотели бы, ну, как сделать, отработать и заниматься, какой систем вы будете как заниматься внедрением. Сделать какое-то описание, просто текстовый документ с описанием, ну, как, что вы именно хотели, как эта система выглядит, будет. И потом, ну, попросить всех интересованных сторон обратную связь, да, их замечания, их предложения, ну, что они хотят сделать лучше, что хорошо и что нехорошо, эта система, которую вы предлагали. Ну, в основе их обратной связи, да, можно, конечно, оптимизировать этот систем и потом уже следующий шаг программировать этот систем в компьютерной программе SMART на компьютер и готовить этот систем для установления на мобильных телефонах, смартфонах для сбора данные. Мне кажется, очень важно, как-то вы уже знаете, на какой компьютер будет работать система, с какими типами телефонами вы будете собирать данные и какой версии SMART вы будете работать. И все настройки этого системы, которые вы выбрали, да, как-то надо это тестировать. Просто загружать эту систему на телефон и попробовать, как работает сбор данных, чтобы все, ну, как технические проблемы вы уже решили до того, что вы начинаете, ну, как заниматься тренинг и работать ну, как сотрудником. Ну, потом будет тренинг, и то, что я предлагаю, после тренинга должен сразу начинать какой-то тестовый период. Просто вот этот мониторинг тестировать, еще не управление. А потом, ну как, что-то как после месяца, да, сделать какие-то оценки, что, ну как, собрать информацию, что было хорошо во время этого тестового периода, и что надо сделать лучше. Я буду более детально еще об этом говорить. Позново вот этот опыт, да, в этот месяц, как же тестировал систему, надо, ну, как совершенствовать систему, и только потом можно решать, если все нормально, сбор данных и система, как с точки зрения монитора, нормально работает, только тогда можно решать, что, ну, как выпуск системы, и начинать тоже использовать тогда данные для управления. Ну, несколько такие этапы, да, как сначала оценить, как сейчас работает охрана, да, это оценка, какие предметы важны, да. Ну, просто в А это такие же, это данные, которые просто нужно, чтобы
программировать систему. Да? Это все фамилия, отчество, имя, фамилия, отчество сотрудников, которые будут собирать данные, список кордонов, список типа транспорта, организации, если это не только вот этот ОПТ, который будет совершать рейды, да, это надо какой-то список организаций. Ну, это просто данные, списки, которые нужно для программировать смарт. А тоже надо определить, я буду это тоже еще более детально обсуждать, как сейчас организованы патрули, да? И я буду говорить, что у меня есть какой-то взгляд, да, на как хорошо можно это организовать и как можно это плохо организовать. И мне кажется, надо ловить этот момент внедрения смарта, да, что если система не очень хорошая, попробуй это поменять, систему охраны до того, что вы начинаете заниматься внедрением смарта. В принципе, это возможно в смарт не только использовать как систему мониторинг патрулирования. Это тоже возможно использовать, как, допустим, как мониторинг работы, ну, лесная подготовка, строительство мин-полосы, тушить пожаров, работа с туристами. Ну, любые типы работы, не только патрулирование, можно фиксировать в смарт. Может быть, не стоит это попробовать, может быть, вначале сосредоточиться на патрулировании, но если, допустим, патрулирование только что-то как 30% работы инспекторов, да, и вот этот все остальные, ну как, 70%, они все-таки иногда тоже будут ловить, поймать браконьеров, пока они работают с туристами, так-то, может быть, стоит разделить вот этот главный тип работы, не только патрулирование. Ну, по крайней мере, надо подумать об этом. Технически это возможно, надо просто решать, стоит ли это или нет. Конечно, надо определить, какие типы угрозы есть и какие типы нарушений. Да? Либо скота, сбор дикоросов, рыбалка, ну, охрана территории, определенные угрозы, определенные типа нарушений и протокола. И как действовать инспекторов, когда они, ну, как увидят нарушителя или задержали его, да, это, ну, вариант, это, допустим, административные протоколы, привлечь уголовную ответственность, может быть, просто какое-то предупреждение, да, надо их, ну, как действия, понять, что ты можешь это включить в систему смарт. А тоже надо определить, как сейчас управляет патрулирование. Да? Допустим, как часто встречаются менеджеры с инспекторами. Встречают они только с начальниками группы или со всеми инспекторами. Какие цели там поставить? В основу чего они сейчас определяют качество до смарта, качество работы инспекторов. Ну, надо понять, как менеджер хочет управлять, чтобы вы будете готовить систему, которая именно ему или ей подходит. Тоже стоит просто смотреть на материалы, которые есть. Да? Обычно каждый охранник территории должен раз в год какой-то, ну, как отчет послать в министерство о объеме работы и результате охраны. Есть обычно уже какая-то база данных. Допустим, какая-то база данных в Excel бывает часто с данными от нарушителей, которые они писали от бумажных протоколов. Ну, надо смотреть, что есть, как охранная территория это использовать. Ну, что тот, что им нужно, да, что смарт будет обеспечить потом это данные. Ну, сейчас, как я обещал, у меня есть какой-то взгляд, как выглядит плохая система охраны, и как можно сделать это лучше, да?
Мне кажется, инспектор должен работать в группах. Ну, если там нет группы, каждый инспектор работает индивидуально. Как-то попробуем, может быть, составить группу. И мне кажется, группы, они должны иметь какой-то постоянный состав. Это не должен быть так, что Петр сегодня работает в северной группе, а завтра в южной группе, и послезавтра в центральной группе. Группы, ну как это, ну как... Они должны, ну, как гордиться, да, их работа, это только получается как-то сустав постоянный. Бывает иногда, что каждый инспектор должен обходить определенный, ну, как маршрут, допустим, в маленький обход. То, что часто, когда главный цель — это не охрана, но главный цель, чтобы мониторить биоразнообразие, летопись или фенологические данные собирать. Очень часто есть так, какой-то маленький обход, и каждый день или каждую неделю инспектор должен вот этот обходить, и все. Это с точки зрения охраны совсем не оптимальный подход. Да. И, конечно, с точки зрения охраны это не оптимально как-то инспектора сосредоточено сбор биологических и фенологических данных, и не на патрулирование. И тоже, на мой опыт, это не оптимально как-то менеджер каждый день говорит, сегодня вот этот группа должен туда поехать, проверить вот этот. Потом туда поехать, и потом туда, потом обратно, или ходить. Это было, ну, как работать смарт, и можно заниматься мониторингом, и просто как смотреть, чем они занимаются. Это лучше, когда у них есть какой-то гибкость, они могут это все, в высокой степени сами определить, как, где и когда они будут работать. Ну, в итоге, мне кажется, хорошая система охраны так выглядит, что есть определенные группы, что-то от 4 до 10 инспекторов, которые отвечают за большие перекрещивающие друг друга территории. Да? Почему они должны быть, ну, как совпадать немного? Это, ну, как возникается тоже какой-то элемент, контроль на друг друга, да, они могут так, ну, как в любой момент, в принципе, неожиданно встретиться, и это хорошо. Это должен быть, ну, как стабильный состав. Инспектор не должен переходить с одной группы на другую. Мне кажется, хорошо, если инспектора нельзя проводить рейд в одиночку, что-то как минимум 2 инспектора. Потому что, ну, один инспектор может договориться с браконьер, это уже труднее, как-то они вдвоем. И он может, если он один, тоже боится, это все не оптимально. И, как я уже сказал, оптимально как-то есть высокая степень самостоятельности у групп. Что они могут сами решать каждый день, где, когда они будут работать и на каком транспорте, где пешком, где на машине и так дальше. И это очень хорошо, как есть, по крайней мере, одна оперативная группа, которая весь день работают, и везде может контролировать работу других групп. И очень часто в России мне нравится этот подход. Все группы под руководит зам по охране, но оперативные группы руководит сам главный директор. Ну вот, мне кажется, надо попробовать, как вы увидите, ну, как и такие недостатки в системе охраны, их исправить и попробовать сделать это лучше до того, что вы начинаете работать там с вами. Ну, сейчас я хотел бы обсуждать модель базы данных. Да? Я снова что-то 5 главных категорий, которые очень часто включают в модель базы данных, здесь, ну, как описал. Это нарушение, когда есть задержанный нарушитель. Как-то будут фиксировать, допустим, да, тип нарушения,
какие дети были приняты, да, предупреждение или административный протокол, или вызвали полицию, и был, как возбуждали уголовные дела. Очень часто тоже фиксируют определенные, ну, как данные нарушители, да, имя, отчество или его тип транспорта, паспортные данные. Ну, надо, надо об этом тоже решать, что вы будете фиксировать про нарушителя, какие подробности. Обычно тоже сохраняют, регистрируются признаки нарушения, когда не задержаны определенные нарушители. Допустим, видят какой-то, ну, как остатки костер, да, там, где нельзя навести костер, ну, можно решать, что такие признаки тоже фиксируют. Обязательно, конечно, надо главное, типа конфискация, изъятие, на самом деле, фиксировать. Это, ну, как, допустим, оружие, оборудование, топор, бензопилы и так дальше, рыболовские сети, допустим, транспортные средства, если возможно, их тоже изъят. И, конечно, объекты добытия, да, ну, может быть, мясо от зверей, ну, может быть, тоже дикоросы. Ну, разные типы изъятия. Там, где расширяется постигнен, очень часто в смарт тоже фиксируют такие дети, проверка их поведения. Да? Если они должны купить, допустим, какую-то путевку, лицензию, тогда, ну, можно проверить, если есть лицензия и если их дети отвечают на требования написанных лицензий. Ну, это тоже стоит фиксировать в смарт. И обычно несколько ключевых видов включает, допустим, в России, да, инспектора, они фиксируют во время патрулирования, да, тоже наблюдение связи тигров и леопардов. Это следы, визуальные наблюдения, экскременты, паскроб, такие. А что влияет на ваше решение? Мне кажется, что должен влиять на, как вы решаете, что включить и что не включить, да, в модель базы данных. Мне кажется, это очень важно, что вы не просто смотрите, что вам интересно. Надо, ну, как определить, что главное для управления. Да? Конечно, когда, ну, как цунами или землетрясение, или штормы, да, можно их фиксировать, швак, но вы не можете их управлять. Значит, зачем тогда данные об этом фиксировать? Мне кажется, надо смотреть, на сколько времени, сколько сил это требует от инспекторов. Да? Оптимально, мне кажется, это системы, где, ну, занимается меньше, чем 1% времени. Это просто кто-то работает с телефоном, и это так легко тикнуть, на, ну, как галочку поставить, быстро что-то писать, какие-то замечания, фотографии снимать. И опытный человек, который собирает работать с телефоном, он может это так быстро сделать, что очень редко надо остановиться. Можно просто во время патрулирования он это делает, она. Очень, ну, это возможно как-то системе очень сложно. И надо смотреть, здесь вообще нужные знания у инспекторов. Допустим, ну, например, как-то предлагает фиксировать наблюдение Беркут и Черного Грифа. Да? Они оба в модель базы данных. А понятно, что инспектора большинство не могут определить, ну, не понимают разницу, как выглядит Беркут и как выглядит Черный Гриф. Так-то, в принципе, не стоит это включить в базу данных, потому что вы будете получить, ну, без дополнительного тренинга некачественные данные. Ну, надо так-то смотреть, на что умеет инспектора, ну, тоже, наверное, насколько они мотивированы и дисциплинированы.
И тоже, мне кажется, важно смотреть, есть ли есть лучшие источники информации. Допустим, можно спросить у инспектора фиксировать площадку пожаров, да, если ну, как где-то что-то сгорело. Ну, если это очень хорошо видно на фотографии спутников, так зачем это спросить, фиксировать, ну, как на земле у инспектора? Очень важно, мне кажется, смотреть, если есть научный отдел, который собирает хорошие качественные данные мониторинга биоразнообразия, если там, допустим, работает хорошая качественная работа фотоловушками. Почему так еще спросить у группы, что они собирают много данных как зверей во время патрулирования? Да, и, конечно, если работает смарт не в одном охранной территории, но несколько, так в одном ландшафте, конечно, это логично, если модель базы данных не отличается или почти не отличается, да? Что если это охранная территория для Ирбис, в горах, в Киргизстан, ну, мне кажется, в принципе, надо так везде там, в Киргизстан, работать с одной моделью базы данных. Ну, главное, мне кажется, если сделать это простой, очень часто модели базы данных просто чересчур слишком сложны. Ну, и еще не надо только модель базы данных фиксировать, решать. Надо тоже процедуры, как вы будете собирать, как инспектора будут собирать данные, это тоже фиксировать. А почему это нужно? Чтобы, ну, как здесь стандартные данные, что подход не отличается от разных групп, может быть, разные руководители, и разные, ну, как периоды, да. Потому что если есть какие-то разные подходы, всех отработают их подход, как-то невозможно качественно сравнить данные. Какие типы процедуры надо фиксировать? Ну, здесь это просто какие-то примеры. Но меня поражает, что очень часто я спрошу, какие у вас процедуры, и ничего не придумано. Просто все сделают это по-своему. Допустим, уже видно, надо определить, где будут собирать данные. Да? Допустим, сразу как-то уходят в офис или как-то достигли границы с охранной территории. И, может быть, есть какая-то дорога вокруг охранной территории, где инспектор не имеет полномочий. Но уже может увидеть, кто входит в охранную территорию. Может быть, там уже начинать сбор данных. Допустим, должен какая-то процедура, которая определяет, как фиксировать период отдыха. Да? Можно договориться, что если группа останавливается больше, чем 5 минут, что надо смартфон поставить на паузу. Или через 15 минут, или 20 минут. Ну, там надо что-то выбрать. Что-то делать, когда группа расстилается, да? 4 человека, и они увидят какой-то, ну, как след браконьера, они решают, вы будете прямо, а мы будем попробовать ловить этот браконьер, который здесь щек. И расстилается группа 4 человека на 2 по 2. Очень часто есть рейды, которые сотрудничают с другими организациями, допустим, как ФСБ или пограничники. Ну, как-то фиксировать это for smart. Надо, допустим, решать, если один инспектор индивидуальный, если он может собрать данные для smart, или если должен быть как минимум два инспектора вместе. Ну, так, это только примеры. Надо, ну, как все нужные процедуры отработать. И это не так настолько важно,
Что вы решаете, ну, что это определенно, что нет разницы между подход группы А с группы Б? Ну, как я предлагал это писать какой-то документ с описанием системы SMART, который вы предлагаете, и это поделиться всеми стейкхолдерами и обсуждать с ними, и в основе этого решать, как система будет выглядеть. Здесь ну, какое-то краткое содержание, что можно включить в такой документ. Ну, надо объяснить, что такое SMART и в рамке, ну, как, какой проект вы будете заниматься внедрением SMART. Надо короткое описание характеристик, как сейчас работает охрана без SMART. Надо какие-то, ну, как главные принципы сбора данных описать. Надо какое-то описание, что инспектор должен брать с собой, чтобы работать с смартом, допустим, смартфона или ну, и так дальше. И, конечно, это главное описание, как собирать данные. Это, ну, как начало, как начинать рейд на телефон, да, так надо фиксировать определенные атрибуты этого рейда, какие члены группы, кто участвует, кто руководит, какой тип транспорта, ну, и так далее. Надо, ну, как все категории в модели базы данных обсуждать и как для них собирать данные. И вот эта процедура, которую я, ну, как обсуждал только что с вами, должен быть, ну, как подробное описание все процедуры. И очень важная процедура – это как отдать данные. Если не работает Smart Connect, тогда надо, ну, как физически отдать телефон с данными, допустим, платный офис, для этого должен быть какой-то определенный процедура, который позволяет сразу встретиться с группой, которая совершила патруль, чтобы сразу поставить данные с телефона в систему SMART, смотреть на их маршрут, смотреть на их наблюдение, смотреть, сколько часов они работают, сколько километров они шли и так дальше, чтобы это сразу с ними обсуждать. Ну, потом как-то вы согласились на какой-то систем, да, и отработали, программировали эту систему на компьютере, проверили, если телефоны хорошо работают, если импортировать данные с телефона нормально работает и так дальше. Тогда уже пора начинать тренинг. И, ну, есть нужно какой-то тренинг инспекторов, тренинг операторов базы данных, и тренинг управления, адаптивного управления с помощью SMART. Я буду их все с вами обсуждать. Ну, тренинг для инспекторов. Важно, что такой тренинг должен быть приятный, немножко веселый, хотя серьезно, да? Но все-таки приятно. Мне кажется, это помогает вкусный кофе-брейк и обед. Я предлагаю, что там как минимум будет три презентации. Что такое SMART и как использовать по всему миру, в Азии, в Африке SMART. Разные примеры, интересные фотографии. А если есть, да, уже SMART работает в аналогических территориях в этих странах, конечно, надо тоже об этом говорить. И обсуждать вот этот ну, систем, который отработан для SMART в этот ОБТ. Тоже потом я буду это потом более детально обсуждать. Нужно какой-то полная практика. Просто уходить на часик и практиковать сбор данных. И должен писать какое-то руководство для инспекторов. И каждый инспектор должен получить собственный экземпляр руководства. Это просто ну, как все описание процедуры,
и скриншота от телефона. Как работает сбор данных технически с телефона? Ну, вот это инспекторов. Ну, возможно, такая программа, да, в начале какое-то препятствие, может быть, там кто-то из центральных властей может скоро-то вступать. Директор охраны территории обычно в начале может сказать несколько слов. И может быть какой-то представитель НКО, если они помогают, что-то так. И главное это, конечно, что они подчеркнут, что очень важно, что смарт очень важно. Да, очень часто внедрение смарт это какой-то часть большая программа. Добыл смарт Всемирный банк или ГЭФ и много компонентов. Но если это так, что как-то стоит немножко ну, как объяснить, как выглядит эта целая программа. Потом, ну, какой-то, ну, как интродукция, да, внедрение, объяснить, что такое смарт, объяснить, что такое вот это партнерство смарт, которые отработали систему смарта, как смарт используется по всему миру, и какие-то примеры, как, какие анализы возможно сделать в основе данных от смарт. Потом какой-то урок, как собирать данные с помощью смартфона, да, это уже обсуждение систем, которые отработаны охраной территории. И, как я сказал, потом вот эта половая практика, а потом возвращается после половой практики, ну, как тестировал сбор данных с телефоном и импортировать эти данные с телефоном на компьютер и смотреть качество данных и попробовать исправить ошибку. И, конечно, обсуждение следующих этапов. Да? Потом будет какой-то тестовый период. И потом, когда тестовый период успешно, будет выпуск. Надо какой-то план для этого описать. И потом какой-то торжественный, ну, как окончание тренинга, где все инспекторы получают какой-то красивый сертификат. А вот этот половой тренинг, да, я просто предлагаю, что вы будете придумать что-то как 10-15 разные типы наблюдения, которые инспектор должен фиксировать. С какой-то картинка, что именно. Допустим, первая картинка здесь, это визуальная встреча с Ирмсом. Ну, можно там какие-то детали описать, и потом следует какой-то маленький маршрут, где вы наклеите такие фотографии, и каждый инспектор, который будет собирать данные, он получает такой, ну, как страница с со всеми деталями, и он должен фиксировать данные правильно. Потом можно, ну, как проверить, насколько это хорошо или плохо получилось. Это возможно сделать не только тренинг смарт для инспекторов, но тоже какие-то дополнительные тренинги добавить, и тогда тренинг будет уже не как один день, но будет так тоже 32 дня. Здесь просто такие примеры, что можно еще включить в такой тренинг, как техника безопасности. Ну, тоже помогает, ну, как эксперт, который показывает, как грамотно создать протокол, какие, ну, как обсуждать природу охраны и законодательства. И тоже может быть какой-то биолог, который помогает, ну, объясняет, какие виды животных есть и как их расти. Ну, если есть какой-то дополнительный час тренинга, так это будет уже 2 дня. Какие, ну, как основы посыл нужно, ну, для инспекторов, что это очень важно, их работа, и что надо работать без ошибок. И что, ну, как сбор данных не трудно. И еще раз хотел бы повторить, что надо сделать тренинг, ну, как приятный. И какой-то красивый сертификат готов. Например,
сертификат, который Тони Лайн готов для тренинга, который мы вместо вели в Киргизстан 3 года назад уже почти. Сейчас я хотел бы коротко обсуждать тренинг компьютерщик. Человек или ну, оптимально это больше одного, который будет ответить, который будет работать с компьютерной системой. Мне кажется, что это, насколько это более сложно, да, это тренинг разделить на что-то как 3 разных уровня. А первый уровень – это все, что нужно для тестового периода. Это, ну, он должен глобально понять, какие модули, какие части есть в программе, компьютерной программе. Он должен уметь поставить модель базы данных на смартфон. И какие-то несколько очень простые отработки данных. Как-то патрульная группа возвращается в да, я предлагал, что будут сразу смотреть на их работу, на данные патрулирования. И для этого ну, как, нужно что-то как приблизительно 5-6 запросов, которые он будет просто сделать на этот срок, когда они работают. И эти запросы можно заранее уже готовить. И он должен уметь поделить в этой базе данных каким-то образом с кем-то, послать эту базу данных, или как резервную копию, или по-другому. Ну, следующий уровень, это уже сложнее, это все, что нужно, чтобы сделать вот этот периодический отчет. Для этого нужно уже гораздо побольше отработать данные, это уже следующий уровень. Потом я предлагаю раз в год сделать глубокие анализы, и это уже ну, как третий уровень, который ну, как только нужен ну, как через год, когда есть, по крайней мере, 1 год данные. Это, допустим, грид-анализы и анализы, которые называются по-английски catch rates. Это анализ встречаемости. Как часто встречаешься Ирвис на 1000 часов или на 1000 километров или с браконьером. И, конечно, как-то уже копятся данные побольше, чем 1 года, тогда надо смотреть на тенденции, какие тренды есть. Это самый сложный тип работы. Можно еще не только работать со смартом, да, это возможно экспортировать все данные в качестве shapefile или excel-ские данные, и дополнительные анализы делать не внутри смарт. Ну, с управляющих, какой тренинг я там предлагаю, это ну, как неформальный тренинг, это не какой-то воркшоп, но просто ну, как с менеджерами встретиться, которые отвечают за охрану. Показывает, допустим, какие периодические доклады сделаны в других территориях. Обсуждать, как будут выглядеть встречи с как инспекторами, где будут обсуждать их работу, вот эти периодические встречи. Надо ну, как показать, как вот эти доклады будут выглядеть, какие данные можно там включить. И очень главное, надо, конечно, договориться, кто будет руководить этой встречей. Оптимально это, если это, ну, как мне кажется, зам по охране. Субоптимально, но не так плохо, если это оператор базы данных, который будет руководить этой встречей. Но не оптимально это ситуация, если кто-то, сотрудник НКО, будет руководить этой встречей. Может быть, вначале он будет интенсивно участвовать кто-то, из НКО, но если, ну, если член сотрудник НКО будет руководить этой встречей, это очень значит, что трудно ну, какой-то уровень зависимости, и охрана территории так и не может работать без помощи в будущем. Главный пункт, что я хотел бы обсуждать с вами, это вот этот последний.
Зонара договориться о что такое хорошие качества охраны, которые вы хотели бы достигнуть. Я буду это объяснить в отдельный слайд. Да? Надо договориться, что такое хорошее качество охраны до того, что вы начинаете собирать данные в смарт. И насколько еще нет данных мониторинга, это очень трудно определить, что именно является хорошим качеством. Потому что вы не знаете, сколько рейдов можно ожидать, сколько километров, какие места, сколько часто будет посетить. Но вы можете качество уже относительно определить, сколько процентов от рейда должен быть на северный час, сколько процентов от времени патрулирования должен быть ночью и так дальше. Да? Сколько процентов пешего рейда должен быть больше, чем 2 км от дороги, допустим. Таким образом можно это уже определить. А почему это надо? У меня есть такой опыт, если вы это не делаете, а потом будут первые данные отпатрулированы, и вы смотрите вместе с менеджером, с зампоохраной на это данные, он будет говорить, так отлично. Допустим, северный час не посетили, но это нормально, потому что там нет браконьеров. А вы будете спросить, а как вы знаете, что там нет браконьеров? Ладно, значит, лучше до того, что вы начинаете работать с Мартом, что-то какое-то относительное качество определить. Ну, еще хотел бы какой-то обзор, да, какие это самые главные посылы арт-тренингов вы хотели бы, что получаете с вектора, оператор базы данных и менеджер. Инспекторат должен понять, что очень важно, что они должны собирать данные во всех рейдах, быть дисциплинированными. Что сбор данных, что это не так трудно. И все зависит от них. Да? Если инспектора не собирают данные, конечно, системы, это даже не начинает работать. Оператор базы данных, он должен понять, что он должен аккуратно, тщательно работать, без ошибок. Что он должен проверить данные, да? Допустим, смотреть, если там есть пешие рейды, которые быстрее, чем 6 км в час, допустим, тогда это был не пешие рейды и так дальше. Нет ошибок. Если он найдет ошибки, он должен их обсуждать с инспекторами и исправить проблемы, чтобы в следующий раз, как ошибка не повторяется. И он должен принять инициативу, да, он должен постоянно играть, постоянно смотреть, и если он что-то интересное увидит, что северная группа два раза быстрее ходит, или готов начинать всем, и южная группа обычно начинает работать после обеда и так далее. Если он увидит такие интересные данные, да, надо это сразу показать менеджеру. Значит, он должен как проект по-английски активно этим заниматься и принять инициативу. Руководитель по охране. Он должен понять, что это не так важно, какое качество начала. Смарт там, чтобы шаг за шагом двигаться вперед и сделать качество лучше и лучше. Он должен понять, что смарт это не какой-то, как игрушка, это не какой-то технический гаджет. Это глобальный, как основа, новый подход к управлению охраной. Он должен быть готов его как старые привычки поменять. Что я имею в виду? Мы работали, допустим, в России по охране территории. Там был хороший директор, его был главный охранник не наук. Он каждый неделю встретился с руководителями групп, все патрульные группы. И вот его первый вопрос был всегда, расскажите, чем вы занимались в прошлой неделе. А как я участвовал в этой встрече, сказал, давай, почему не так, что как-то начинается эта встреча до этого
каждый должен его телефон отдать, чтобы загружать данные в систему SMART. И быстро отработал за каждой группы, чем они занимались в прошлый день, в основе SMART. Не надо тогда у них спросить, чем вы занимались. У вас будут карты, их маршруты, их результаты, где они были на машине, где они были пешком и так дальше. Он не мог, он понял, но не мог это начинаться. И он просто не мог его старые привычки поменять. И это проблема, которую мы часто встречаем. Как-то совершили все уроки, да, особенно как-то совершился урок инспекторов, сбор данных, начинается тестовый период. Я, по крайней мере, так советую. Что это? Это цель просто попробовать систему мониторинга, еще не управление, только мониторинг. И проверить, если все сотрудники понимают, что ожидает от них, что нужно от них и готов. И умеет выполнять их задачи. Длительность что-то как минимум 3, кто-то 1 месяц до 2 месяцев обычно это хватит. И только тестировать мониторинг. И еще смотреть сразу на данные, которые в телефон как-то возвращается группа с ОПТ. И спросить у всех обратную связь, допустим, у инспекторов. Надо смотреть, там все важные категории данных включены. Там руководство, которое вы получили, качественное, понятно. Или там что-то непонятно, или надо что-то добавить. Спросить их мнение. Тоже спросить, сколько времени вы тратили на сбор данных. Да? Утомительно вам это, как сбор данных, или нормально. И в основе этого можно решать, как оптимизировать, совершенствовать систему. Может быть, поменять это руководство, может быть, модель базы данных немножко поменять, может быть, нужно немножко дополнительный тренинг. Вот этот я уже обсуждал, да, как оценить результат вот этого тестового периода. Сейчас я хотел несколько примеров показать, какие типы данных можно включить в вот этот периодический отчет, который обсуждается с инспектором. Я предлагаю какой-то формат PowerPoint, обычно я использую как PowerPoint, и там должен быть данные о усилиях патрулирования, конечно, результаты, и как-то вы уже поставили определенные цели, да, конечно, надо проверить, если все группы или все инспектора выполнили их задачи. И надо сделать анализ в трех уровнях. На уровень инспектор, на уровень групп, на вообще территории или целой организации. Первый отчет будет только смотреть на вот этот отчетный период. Да? Как-то уже побольше данных и больше года, так-то я сильно советую в каждый отчет все данные сравниться. Отчетный период сравнится с перед отчетным периодом. И с аналогичный период в прошлом году. Таким образом можно определить, если есть положительные или неположительные тенденции. надо определить, кто будет участвовать в встрече, где обсуждается вот этот отчет. Да? Мне кажется, хорошо, если там все интересованные стороны, допустим, тоже кто-то, как представитель от центральных властей. Хорошая идея – это готовить что-то как 2-3 страницы, где главный объем работы, главные результаты каждой группы отдельно. И так-то пригласить руководителя каждой группы просто обсуждать, объяснить,
чтобы рассказывать про их работы в основе, какую-то картинку, которая показывает, где они шли, где они ехали, какие у них были результаты. И я сильно, ну, как советую, что сосредоточиться на задаче, да? Выполняли группа их задачи, и если нет, почему нет? И согласиться с ними на очень ясные, ну, как задачи на следующий срок. И, конечно, такие задачи, которые можно померить с данными от SMART. Ну, и тоже я предлагаю определить, как часто будут такие встречи, да, периодические встречи в основе первый отчет. Допустим, да, здесь это очень трудно организовать, что все данные, все группы возвращаются в главный офис с телефонами. И нет Smart Connect, который, ну, автоматически обеспечит получение данных. Если потом оператор данные, ну, как довольно занят, он не может быстро отработать отчет. И в итоге что-то отчет только готов третьей неделе месяца. Тогда еще месячные отчеты не стоят, потому что остался только один неделю и месяц. Да? Так-то, наверное, ну, надо или сделать отчеты быстрее, отработать их быстрее, или решать, допустим, на какую-то, ну, так, периодичность, как один отчет каждые два месяца, или, может быть, даже квартальные отчеты. Ну, главное, чтобы смотреть, сколько времени нужно, чтобы собирать все данные, сделать отчет и организовать встречи. Если это, ну, как-то занимается больше, чем неделю, так то уже еще месячные отчеты не имеют смысла. Что можно включить в этот отчет? Ну, очень много разных типов данных можно там включить. Допустим, это, ну, как пешереда от разных групп в разные месяцы можно сравнить в разных годах. Можно не только сделать карту, но тоже таблицы, допустим, километраж пешей рейда и моторизированной рейда от разных групп в разные месяцы, в разных годах. Допустим, тоже смотреть, насколько времени разные группы в разные месяцы тратили на разные типы патрулирования. Да? Здесь пешком, на машине, квадроцикл. И можно, допустим, спросить у них, что они сделали как-то побольше, ну, как минимальный персонаж, допустим, рейда пешком, если вам кажется, что пешком это более эффективно, чем моторизированные рейды. Это часто так. Можно вот эту таблицу мы начали сделать в определенной охраняемой территории, где оказалось, что есть группа, которая начинается, ну, как в 12 первый рейд, и есть группа, которая готова рано утром уже начинать. И мы стали какие-то цели, что каждый месяц должен быть, ну, по крайней мере, допустим, 4 рейда, которые начинаются до 6, допустим. Ну, вы видите, что в апреле группа КП, это Тедоровый пад, ну, они совершили как 4 из 20 рядов, которые были до 6. Значит, они так и выполняли вот эту задачу. Также можно смотреть на ночные ряды, не только ряды рано утром. Есть, ну, как зампоохрани или из директора, который предпочитает какие-то картинки, а есть, которые побольше предпочитают такие вот таблицы. Это таблица от охраны территории, где есть две группы. Можно как-то смотреть в каждой группе, на каждый инспектор, сколько он километров он шел пешком, сколько на машине, сколько на других моторизированных типах патрулирования, и сколько времени они тратили на это разные типы патрулирования. Ну, на активные патрулирование на засады и сколько времени они жили в кордоне
и сколько это всего. Ну, можно что угодно сделать, да? Это только примеры. Да? Здесь тоже такая охранная территория, где мы заметили, что там есть группы, которые не работают, не любят работать во выходные. Здесь красные дни – это выходные. И они были, ну, как обычно, что-то как желтые, да? И как работало, это, ну, как синий свет. Так, ну, стали требовать, что не должен журналистам меньше работать во выходные, чем в будние дни. И таким образом можно это потом проверить. Есть земля леопарда, где там есть кварталы, очень подробные отчеты, что-то 30 страниц, но каждый месяц делают очень короткие, 2 страницы, такая, ну, как маленький отчет, который не обсуждается инспекторами, это просто, чтобы зампа охраны может смотреть, если каждый групп в курсе, с выполнением их задач, заданий на вот этот квартальный срок. Ну, что там включено в каждой группе, определяется в каждый тип патрулирования, сколько времени и сколько километраж. И тоже, ну, с другой стороны, это пешие рейды каждой группы, а еще отдельно сделать такая картинка, это все типы транспорта каждой группы. И это, ну, как каждый месяц так можно отработать. Только 2 страницы. Конечно, в каждый отчет включается какая-то таблица с результатом. Здесь это разные типы протокола изъятия, возбуждения уголовных дел. И там тоже считается как результат, это разные типы наблюдений тигров или леопардов. Это следы, это визуальные, это эксперименты и так дальше. Коротко хотел бы показать, если вы решаете работать с какой-то бонусной системой, как это может выглядеть. Ну, здесь, в принципе, в основном 2 типа, где фиксированная общая сумма разделяется по основе, ну, как относительно качества работы. И есть подход прайс-лист за каждое, ну, как определенные, ну, как усилия или результаты, группа получает фиксированную сумму. Это значит, что не, ну, с первый подход, да, там известно, сколько будет стоить бонусная система. Второй подход, это неизвестно. Это может быть мало или очень дорого. Но надо сказать, что такой финансовый бонусная система только стоит, как-то есть, ну, как не очень хорошая мотивация инспекторов. И как-то есть долгосрочные источники финансирования. Ну, какой-то пример. Как можно бонусной системе, где определенная сумма, да, здесь это $500 каждый месяц разделяется между двумя группами. Здесь, ну, как 3 группы критерия. Качественная работа со смартом. Ну, это еще как раньше, как они работают с GPS. Надо переделать это основа работы с телефонами. Ну, смотрят на объем работы и на результативность. И, ну, таким образом можно разделить. И, ну, как понятно, что группа 1 гораздо лучше работает, чем группа 2, поэтому они получают $310, и группа 2 получает 190. Ну, какой-то прайс-лист, да, меню. Можно так выглядеть. Это тоже на усиливание. Можно такое же, ну, как таблицы сделать на разные результаты. Допустим, сколько они получают за уголовные дела, или за протокол за браконьерство, или протокол на, за, ну, нелегальное присутствие.
Ну, я показал несколько примеров от периодических отчетов. Да. Сейчас хотел бы еще быстро показать несколько более глубоких анализов, которые, мне кажется, стоит сделать по крайней мере раз в год. Ну, можно так сравнить обхват территории, интенсивность рейдов, вот грид-анализ, и определить, где ходят рейды и насколько интенсивно. Можно смотреть, на какие типы результаты есть, и сравниться с интенсивностью разных типов патрулирования. Можно, просто смотреть, как расстреляется время, которое тратит на разные типы патрулирования. Сколько процент. Можно тоже смотреть, на какие-то типы нарушения есть. Здесь это, допустим, понятно, что в основном это несерьезное нарушение, это нелегальное присутствие, самые обычные. Важно сделать какой-то анализ на эффективность разных типов патрулирования. Допустим, здесь это на правой стороне понятно, что на машине более эффективно, чтобы ловить незаконные присутствия. Это обычно такие отдыхающие, которые не совершают серьезный вред, который просто нелегально присутствует. Но если хочешь ловить браконьеров, так то уже два раза более эффективно это пешие рейды, да? Вот этот коричневый свет это пешие рейды и зеленый это на машине. Поэтому, если хотите сосредоточиться в основном на браконьерстве, тогда обычно стоит пешком заниматься побольше рейдов. Можно тоже смотреть на тенденции, смотреть на разные группы и смотреть на тенденции положительные или неположительные. Здесь такой пример, как эта группа в охране территории, где в 2012 году поменял руководство этой группы. Там был очень хороший начальник этой группы, он стал зам по охране, и другой член группы стал руководить этой группой, и он плохо руководил. И эффективность, результативность, да, протоколы, допустим, падали, но тоже объем работы. И, допустим, они стали что-то как два раза меньше процентов времени тратить на пешие рейды. В основе этого плохие результаты вот этот зам по охране решил уволить руководителя этой группы, и после этого результативность этой группы, качество работы стало отличным. Важно сделать какие-то catch rate, да? Как отличается вот этот левой стороны с правой стороны. С левой стороны это абсолютный объем количества нарушений протоколов, а с правой стороны это на каждый километр. А если что-то гораздо темнее на правой стороне, чем на левой стороне, это значит, что относительно редко посетили это место, но как-то там была патрульная группа, относительно часто ловили нарушители. Такие места, которые темнее на правой стороне, темнее, чем на левой стороне, темнее, как синий, да? Стоит на них побольше, почаще посетить. Таким образом можно в основе смарт отработать приоритеты, где можно поменьше патрулировать и где стоит побольше патрулировать. Конечно, стоит тоже сделать разные анализы в уровне индивидуальных инспекторов, и смотреть, если есть тенденции, как положительно, если они каждый год начинаются работать побольше или поменьше. Здесь это, смотрится на 5 лет, 11 года до 15 года, и смотрится на среднюю, продолжительность патрулирования, сколько времени тратили на пеших рейдов и на километраж пеших рейдов.
Ну, в итоге, что мы хотели бы достигнуть, можно тоже так это показать. Это, ну, как самая успешная территория в России, где мы работали, работаем с мартом. И на левой стороне, как там объем работы стал больше и больше каждый год, и как там результативность падала. Это на самом деле хороший признак. Первый год, как мы стали там работать с мартом, средняя результативность, это, ну, как изъятие оружия, да, протокола за браконьерство и другие типы протокола, стало что-то 3 раза больше, чем средний уровень до смарта. Это огромный пик. А потом каждый год шаг за шагом падал вот этот результативность. Хотя группа стала побольше работать, и тоже побольше ночью, побольше, ну, как обхватить целую территорию. Зади объемы качества стало лучше, а все-таки результативность падала. Это там, ну, мне кажется, можно сделать вывод, что браконьеры решили, что слишком опасно там заниматься браконьерством, и решили за пределами охраны территории заниматься браконьерством. Это, конечно, успех. Хотя надо быть немножко осторожным с такими выводами. Там же, может быть, инспекторы стали более просто, ну, как опытные и более эффективно, ну, как стали обходить патрульные группы. В принципе, это тоже возможно. Хотя, если эта разница настолько ярко, не думаю, что это совсем так. Ну, предпоследний слайд – это какой роль могут играть центральные власти. Здесь что-то как-то. И я советую это обсуждать с центральными властями, да, и договориться с ним, какой роль они готовы играть, да. Самим, ну, как, конечно, они могут, это очень просто, обеспечивать, купить, платить за нужное оборудование. Конечно, они могут тоже выбрать территории, где будут работать смарт. Они могут тоже, может быть, с помощью, но определить какой-то стандарт, да? Что должен быть включен в систему смарт, что должен быть включен в периодические отчеты. Что должен быть какое-то минимальное качество патрулирования. Ну, такие стандарты они могут отработать, которые можно потом заниматься, ну, как определить смартом, если все территории, где работает смарт, исполняют эти стандарты. Это тоже очень важно, как-то, допустим, вначале помогает какой-то НКО с внедрением смарта, да, что в течение этого процесса местные, ну, как стейкхолдеры, организации, центральные власти становятся тоже опытнее, что они отработают какой-то capacity, да, capacity building, что будет в будущем. Они могут уже заниматься смартом и руководить смарт для пилотных территорий, добавить новые территории без помощи от НКО. И очень хорошо, если центральные власти начинают их управление, решение управления, как сделано в основе данных от смарт, допустим. Если какой-то, ну, как новый директор стал руководить какой-то ОПТ, и сразу после того, что он начал там работать, центральные власти увидят, что результативно объем работы падает резко. Ну, это как-то значит, что он плохо управляет эту территорию. Может быть, как-то не стоит продолжать работать с ним. Или наоборот, если каждый раз как-то где-то назначили какой-то, ну, как зам по охране, и сразу после этого видно, что все становится лучше, как там, может быть, ну, как назначить его в более важную должность.
И, конечно, сами последний шаг – это что-то, как решат, что смарт будет какой-то стандартный инструмент для управления охраной. Да? Что в каждой территории в этой стране или в каждой территории, да, где есть значительные проблемы с браконьерством, что смарт – там какой-то стандартный инструмент, который, ну как, по всей стране уже начинает как-то работать смарт. Ну, еще раз, мне кажется, это 6 пунктов, что это с властями обсуждать, чтобы они уже понимали, что они могут сделать, чтобы поддерживать процесс внедрения смарта, и чтобы смарт будет, ну, как оптимально помогать увеличивать качество охраны во всей стране и во всех территориях. Ну, это уже последний слайд. Какие у меня главные итоги? Что надо смотреть на внедрение смарта не как какую-то игрушку, да, не как технический точки зрения. Надо понять, что если вы хотите, ну, как поменять охранную территорию, их подход к охране, да, это сложно, потому что это, ну, как главная функция. И это, ну, надо очень тщательно, осторожно подходить, серьезно подходить к этому, и что нужно определенное время, не надо торопиться. Мне кажется, нужно что-то как минимум тратить 2 года, чтобы быть успешным. Ну, обычно это так. И еще хотел бы повторить, что лучше сделать систему немножко слишком простой, чем слишком сложной. Это, наверное, мои главные, ну, как советы вам. Ну, это все. У меня горло уже болеет. Сейчас я буду смотреть на какие... Может быть, кто-то уже прочитал все, ну, как... Ага. Ну, я быстро сейчас попробую смотреть, какие вопросы. Ну, там один вопрос от Рахим. Каков был, ну, как процент задержанных браконьеров на территории до внедрения смарт, и насколько увеличилось, ну, как это, ну, как после смарт? Я показал такая картинка, да, и тоже говорил, что самые успешные территории там в первый год внедрения смарт. Главные, ну, как индикаторы, это количество протоколов на браконьерство, количество изъятия оружия и количество других протоколов стало что-то посреднее, что-то 3 раза больше первый год с смартом, чем средний уровень в 3 лет до смарта. Ну, как это в других странах, конечно, у меня это данные нет. И если вы... Мы будем поделиться с вами. Вы получаете какую-то ссылку с этой презентации. Вы можете это загрузить. И, конечно, тоже есть вот этот запись презентации. Значит, оба вы можете, ну, как... ну, я думаю, что никто не будет еще раз это 2 часа все послушать.
Ну, я думаю, что это, в принципе, все. Если у кого-то есть еще какой-то, ну, как важный вопрос, как-то, ну, как, может быть, можно включить микрофон и просто так задать вопрос. Ну, если это не так... Здравствуйте. Ага. Извините. Здравствуйте, это Заир. Здравствуйте. Дагестана. Как у вас дела? У меня просто вопрос такой. Насколько я понял, смарт... Это в основном, ну, как бы по большей части направлено на патрулирование, правильно? Ну, большой упор делается на это. Да, да, это был создан, отработан именно для мониторинга и управления патрулированием. Ага. Но можно это тоже использовать для мониторинга биоразнообразия. Нет, я видел, у меня следующий вопрос. Если, допустим, в случае, ну, бывают такие парки, заповедники, где вообще нету браконьерства, да, скажем. И как в этом случае быть? Ну, если нет браконьеров, это может быть, потому что там есть очень хорошая охрана, да? Так-то можно все-таки заниматься смартом, чтобы определить, если это не меняется. Если там... и как вы знаете точно, что нет браконьеров, да? Пока нет хорошего типа мониторинга. Мне кажется, лучше все-таки заниматься смартом и потом еще... смотреть, если начинаете управлять патрулированием по основе смарта, может быть, как-то качество патрулирования становится настолько лучше, и все-таки появляются нарушители. Это значит, что до этого вывод, что их нет, вы просто неправильно. И, как я сказал, еще такой момент, что можно смарт использовать не только для управления патрулированием, но тоже можно заниматься мониторингом другие типы работы, как ну, построить мини-голос, работать с туристами, любые типы работы, которые требуют половые, ну как поездка, да, можно их фиксировать со смартом, и это помогает управление имеет такую полную картинку, сколько процентов мои сотрудники тратят на этот тип работы и сколько на другой тип работы. Можно использовать смарт не только для управления патрулированием, охраной, но тоже на другие цели. Можно вопрос? Добрый день. Конечно. Майкл, такой странный вопрос. У нас, когда мы говорим про смарт, и вот те картинки, которые вы показываете, подразумевает, что каждый инспектор имеет свой собственный смартфон или один смартфон на группу, куда, естественно, заносятся все участники рейда. Да, это так, что в каждой группе есть, так они фиксируют, по крайней мере, работает один смартфон. Если они разделяют, так то уже два смартфона, да. И во вторник работают там Петр и Игорь, а в среду работают Петр, Игорь и ну, еще Аркадий, да. А таким образом в итоге месяца или два-три месяца можно смотреть, сколько часов работал Аркадий. Но это не так, что у каждого есть свой телефон. Это можно отработать, пока есть в группе телефон, и в каждое начало рейд определяется, кто участвует в этот рейд. Все понятно. Спасибо большое. И второй вопрос. Когда мы используем смарт, ну, например, вот мы используем смарт для во время проведения учета животных, мы фиксируем в смарте все группы, все учетчики, все, кто выходит на маршрут. Мы, естественно, фиксируем маршруты, мы фиксируем данные по встречам животных, следов, фотографируем это все и тому подобное. Но мы столкнулись с некоторыми сложностями при выгрузке данных
для дальнейшей обработки. Оказалось, что, например, нам не удается выгрузить, там, не знаю, данные по всем встречам Джейрана за такой-то период на такой-то территории. Или там привязку этих встреч к тем или иным маршрутам или маршрутным группам. Это просто из-за неумения работать или в смарте это достаточно сложно вытаскивать? Обычно вы сделали тогда как это ошибка. Это возможно. Один причина ошибок это что надо работать с базой данных и с компьютером, который вы тоже использовали, чтобы экспортировать систему на смартфон. Ну, я говорю, то есть это из-за неумения работать. Понятно? Да. Если там уже систему немножко поменяли, да, или версия смарт поменял, или ну, что-то так, тогда надо снова загрузить эту систему на все телефоны. Понятно. И последний, третий вопрос. Мы также столкнулись со следующей ситуацией. Разные смартфоны ведут себя по-разному. Есть смартфоны, которые идеально работают со смартом, а есть те, которые, допустим, берут и сами все-таки выключаются, и мы начинаем терять кусочки маршрутов, то есть во время неиспользования. И отключить эти функции нам не удается. А существует ли какой-нибудь список современных смартфонов, которые подходят для смарта идеально, и будут, их можно настроить, чтобы они работали постоянно, и те, которые не подходят. Или такой работы никто никогда не делал, и только экспериментальным путем. Спасибо большое. Ну, есть опыт, допустим, Blackview работает хорошо, есть еще другие, а есть... Я забыл об этом говорить, но есть форум, где обсуждается смарт. И там что-то как, по-моему, ну, 400 или больше, может быть, даже 600, которые используют смарт, обсуждают разные проблемы. И там можно просто спросить, советовать, какие телефоны вам кажется сейчас, потому что это часто меняется, да, опыт меняется, смотрите, что это там сказать. Ну, как опыт в этот момент. И есть тогда новый телефон, который кому-то кажется очень хорошо работает, или бывает тоже наоборот, что телефон, который многие работали, использовали, что они стали что-то хуже работать. И надо все это знать. И надо тоже смотреть, сколько они стоят, и сколько батареи там будет работать, и такие, ну как, данные. Но в конце концов надо все это проверить. Хорошо работает ваш телефон, ваш систем с вашим компьютером, потому что очень, довольно, ну, не очень часто, но бывает просто непонятные проблемы. Вы поменяете компьютер, и все нормально. И вы поменяете другой телефон, все нормально. Значит, до того, что вы покупаете большое количество телефонов, стоит просто проверить систему. Работать с этим телефоном, с этим компьютером, с этой версией смарт, с нашей системой, которую мы создали, все без проблем работает. Стоит проверить. Спасибо. Ну, пожалуйста. Ага. Давай, я буду этот адрес этого форума отдать. Мы будем это разослать всем, которые участвовали в этот встрече сейчас. Ну, я хотел бы предлагать, что мы останавливаемся сейчас на это, потому что я, честно говоря, довольно устал. И, ну, если есть какие-то вопросы, да, у вас есть мой электронный адрес, и не стесняйтесь, я готов на любой вопрос еще через, ну, как по электронке ответить.
Ну, хотел бы так-то всем благодарить. Я надеюсь, что это было ну, как полезно. А если есть какие-то замечания или советы, ну, так-то не стесняйся, сообщите мне, пожалуйста. Ну, тогда всем до следующего раза, я надеюсь, еще каким-то образом в будущем столкнемся и будем затрудиться. До свидания. Hi, Michael. Are we done? Yes, I'm done. Okay. I see okay. That there are still some participants who didn't leave. Yes. I mean, I talked for ages. Got a sore throat now. I know. Yeah, I could hear you coughing. So now these, I think some of them have asked for the presentations. Yeah. Uh-huh. And we will, Tony is still here with us. So Tony, is it okay if we put this session up as well? Yeah, you know, if Michael is happy to have it posted, then I think it's great by us. What do you think, Michael? Is that all right with you? Yeah, I asked for permission to use the data that I used, and I especially used all data. So I've got permission. So it can be shared in this forum. Okay. Yeah, so, great, Michael. And could you please add, somebody asked for that, the address of how to enlist in the Smart Forum. Oh, yes, we can do that. So to list in the Smart Forum. Yeah. Sorry. I'll do that right now. I'll post the link in right now into the chat here. Just give me, 30 seconds. Mm-hmm. And yeah, I will do that. Post it into the chat, then I can just send it out to our group. Many have already left, so it's better to send it out. Yeah, I'll send it to the group. Okay, thank you, Tony. Yeah. Sure. Yeah, thank you, Michael. That was a great presentation. We really appreciate putting it together. You've done it twice now. Yeah, well, you know the English version, yeah. You've done it twice, and it was a lot of work. Thank you so much. You're welcome. And I think all in all, we had 26 participants. People that had not registered also had joined. Mm-hmm. So Michael, would it be possible for me to send you the people that I don't know? And how would we get the email addresses? Because I could send them a participation certificate. Difficult. I can have a look. I can't promise anything, but I can have a look if I've recognized them. Okay. So I'll just send you what I have. And if you can identify any of them and send me the email addresses, I'll send them a participation certificate. Yeah. Okay. Yeah, sure. Okay. So that's it. Thank you so much, Michael. Really, I think we really hounded and harangued you and we got it done. And you did an amazing job. I think I'll need a rest now. need a nice drink or something good. A nice warm drink rather than tea. Maybe a beer. Too bad you can't join me. So thank you so much, Michael and Tony, and we'll keep you all informed once we've formatted the videos and stuff and have them up, and we'll send you all drafts before we put them up on the SLN website for everyone to see. Yeah. Thank you, Rocky. Yes. Hello, it's Nazir Kibijanova from Institute of Zoology. I was wondering if we also could get certificates for participants from Kazakhstan, like from the members of Wildlife Without Borders and Institute of Zoology. If it was possible, of course. I mean, for you, probably, Rafi. Say again. Well, if I understand correctly, she's requesting if a list of participants can be shared. Mm-hmm. A list of participants from Kazakhstan, did you say?
Well, basically what I'm asking for is like certificate of participation for our... Oh, certificate of participation. Yes. Yes. Yes, and if you need, we can send you a list of the people who participated in this seminar. Oh, that would be wonderful. Thank you so much. Uh-huh. And then she's asking for a list. She's asking for a certificate of participation for the people from Kazakhstan who participated. So if you just send me, I'll just type in my email address. And if you just send me the list, I can send the participation certificates to you. Well, it would be perfect. Yeah. Can you please tell me your email address? Or I yeah, can I'm just typing it in the chat now. And I'll be sure to send it to you. Mm-hmm. Thank can you. Can you see that? Raki@snowleopardnetwork.org. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, because I was wondering how to get participation certificates out to them. So you've solved my problem. Thank you. Yeah, perfect. Thank you. Okay, that's great.